Как предотвратить эмоциональное выгорание? Своим опытом с одесскими волонтерами, психологами и врачами делились специалисты из Латвии. Эксперты утверждают, что люди, которые оказывают помощь, также страдают от эмоционального перенапряжения. Больше по этой теме знает Ирина Стрибко. В эмоциональной поддержке нуждаются не только военнослужащие, их семьи и переселенцы, но и люди, которые им помогают ежедневно – врачи, психологи и волонтеры. Как бороться с эмоциональным выгоранием? Своим опытом делились коллеги из Министерства обороны Латвии, которые также сталкивались с подобными проблемами. У главного психолога Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Вилниса Чернавскиса богатый практический опыт. Он проходил службу в Ираке и Афганистане, имеет опыт реальных боевых действий и знает, как помочь другим и себе. Эксперт утверждает, специалисты помогающих профессий не меньше нуждаются в поддержке. Я понимаю, что вам кажется, что все в порядке, все это, но люди, есть люди, и когда ты год все время работаешь, не год, это вы уже больше, наверное, работаете, но помогаешь, а кто вам помогает? Как вы с этим справляетесь? Это не первая встреча с зарубежными коллегами. В конце апреля этого года прошел первый семинар, где в неформальной обстановке специалисты делились опытом. Це вже наша друга ініціатива. Перший раз ми запрошували гостів з Латвії, психологів і лікарів військових. І тема першого семінару була реабілітація військових після бойових дій, досвід Латвії. На лекции присутствовал и боец 93-й бригады, киборг Кирилл Недря. Солдат не понаслышке знает, насколько важна психологическая помощь. Признается, с тяжелым эмоциональным состоянием он справлялся легче, чем его побратимы. До военных действий работал в органах внутренних дел. До этого, конечно, хорошая подготовка, до участия в боевых действиях. А, конечно, ну, глядя на своих ребят, да, которые там были моими подчиненными, вот, то, ну, во многих случаях тяжело, очень тяжело. Ежедневно сталкиваясь с чужими страданиями, специалисты поневоле теряют силы. Однако такие семинары помогают им восстанавливать растраченные ресурсы и продолжать свое благое дело. Ирина Стрябко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.